Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о лилиях, моих новинках, которые я покупала в фирме «Поиск». Эти все лилии у меня здесь посажены, ла-гибриды. Вот это первая, которую я вам хочу показать. Называется она «Original Love». Высота ее 130 сантиметров, диаметр цветка до 15 сантиметров. Вот ее картиночка. И вот сама лилия. Ну, по-моему, очень-очень соответствует. Высота ее пока сантиметров 90. Может быть, 95. Вот такая она. Листва отличная, здоровая. В фирме «Поиск» они продают все по две луковички. Вот две зашло, все, претензий нет. Полное соответствие сорту заявленному. Еще один сорт «Форса Ред». 110 высота, диаметр цветка 21 сантиметр заявлен. Вот здесь она светлая довольно-таки, а у меня она значительно темнее. Просто такой темно-вишневый цвет. Ну, это, может быть, от состава земли зависит. Ну, в общем-то, она соответствует. Красная. Во всяком случае, она красная. Листва у нее хорошая, здоровая, блестящая. Высота у нее такая же, как у предыдущей. Сантиметров 90-95. А вот и первый пересорт. Это у меня должна была быть лилия ла-гибрид Самур. 130 высота, диаметр цветка 19 сантиметров. Ну вот я именно ее и хотела, такую бледно-розовую, с такой красивой зелененькой серединочкой. Но вот оказалось, что положили мне совсем другую лилию. Не знаю, что это за сорт, но тут даже ничего общего нет. Цветочки у нее так помельче значительно. Ну, сантиметров, наверное, 12 цветочки. Но на следующий год они могут быть крупнее. И она выше предыдущих лилий. Получается, у нее где-то метр высота. Вот это первый пересорт из фирмы «Поиск». Тут у меня была лилия «Sweet Зоника», она отцвела, она первая отцвела, она полностью соответствовала заявленному сорту. Да, но тут у меня есть еще небольшая неприятность. Здесь я посадила все ла-гибриды фирмы «Поиск». Их здесь вот 4 сорта. С ними относительно все хорошо, но я еще заказывала в фирме «Русский огород» 2 ла-гибрида, там они по одной штучке идут. Вот у меня от них пакетики. Это червия ла-гибрид. И еще одна лилия бах. По одной штучке. Я показывала, в каком состоянии пришли луковицы. Прямо скажем, луковицы пришли в плачевном состоянии. Высохшие, маленькие, да еще и с отломленными ростками. Вот у меня здесь, где они посажены. Тут у меня почвопокровная травочка, чтобы не было никаких сорняков. Тут у меня стоит колышек металлический, чтобы никто не наступил на это место. И что у меня вылезло? Вот у меня вот такой маленький росточек от одной лилии вырос. От второй вообще ничего нет. Цены были смешные. Что-то рублей 70 луковичка. Вот две луковицы, обе не вылезли. В общем, я сделала вывод, что в фирме «Русский огород» я луковицы, лилии покупать больше не буду. Ну, там, до свидания, дорогие друзья!